Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня мы с вами разберем тему, можно ли подключить спутниковую тарелку как обычную антенну к телевизору. Ну, такая тема достаточно своеобразная, потому что я даже не знаю, по какой причине и кого это может интересовать и кому это нужно. Поэтому давайте все-таки тогда разберемся. Ну, долго вокруг да около ходить я не буду. Я скажу вам сразу, да, что просто вот так вот взять и протянуть кабель у вас точно не получится. Мне кажется, такие вещи смогут сделать только какие-нибудь там кулибины, которые придумают, что с чем спаять и куда что подключить, чтобы все это работало. Поскольку если подключить к самой именно антенне без головки, да, то это точно работать не будет. Почему? Потому что у них разные частоты. То есть сигнал не будет поступать к вам через этот кабель напрямую к вашему телевизору и работать без приставки. Если брать подключение через головку, да, от спутниковой тарелки, то это тоже не пойдет, потому что сигнал, который передает головка, поступает только на приставку, и, соответственно, уже через приставку переходит изображение, подается на ваш телевизор. Поэтому расклад таков, что ну, просто так взять, протянуть кабель, подключить и смотреть у вас, к сожалению, не получится, потому что через кабель просто вы можете подключить обычную антенну, да, и у вас будет ловить там российские стандартные 20 каналов там, а даже больше региональные, наверное, даже, чем российские. А спутник ловит каналы, да, которые вот именно российские, не региональные, а по всем странам и так далее, и так далее. Поэтому тут совсем разные частоты, и, к сожалению, у вас не получится это все объединить и получить то, что вам хотелось бы. Поэтому, если вам хочется смотреть телевизор и не оплачивать никакую абонентскую плату, то лучше поставьте себе обычную антенну вместо спутниковой тарелки и не мучитесь. Ссылки на спутниковое телевидение представлены в описании. Видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». А если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!